Каменный Кремль ни разу не был взят врагами, и поэтому не случайно, что здесь появилась выставка военной техники «Горьковчане фронту». Она была открыта в Кремле 9 мая 1975 года, к 30-летию Победы. Нижний Новгород – город трудовой славы, важный арсенал страны. Неудивительно, что Гитлер хотел уничтожить наш город одним из первых. Немецкие бомбардировщики совершили 43 налета. В годы Великой Отечественной войны из Горького на фронт ушел каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. Здесь были изготовлены почти половина подводных лодок и каждый четвертый самолет Советского Союза. Перед нами постоянно действующая выставка оружия, выпускавшегося заводами города Горького в годы войны. Слева вы видите памятник людям, стоявшим в военное время у станка. Памятник горьковчанам, доблестным труженикам тыла. Он был открыт в 2020 году в связи с присвоением нашему городу почетного звания «Города трудовой доблести». На выставке вы видите знаменитый сормовский танк Т-34, легендарную «Катюшу», рубку подводной лодки. Справа от центральной Дмитриевской башни находится касса музея Жерарского Кремля, где можно приобрести билет на прогулку по всему периметру стен старинной крепости. Протяженность маршрута более 2 километров. Это самый длинный и единственный маршрут в России. В нескольких башнях располагаются музейные экспозиции и смотровые площадки. Слева – туристический центр, где можно бесплатно взять карту и путеводитель по нашему городу и области, заказать экскурсии. В 17 веке Нижний Новгород из окраинного города оказывается в самом центре русского.